Три четверти века назад красный стяг взвился над поверженным Рейхстагом, символизируя победу в Великой Отечественной войне. Именно советский солдат поставил точку в самой кровопролитной за всю историю человечества войне, сокрушив гитлеровские войска. Фронтовики заложили те нравственные ориентиры беззаветного служения Родине, которые сегодня передаются их внукам и правнукам. И мы должны быть благодарны солдатам Победы за их подвиг. Накануне 75-й годовщины Великой Победы военнослужащие Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю приехали в наш город, чтобы подарить музыкальное поздравление ветерану Великой Отечественной войны Василию Васильевичу Вертелю. Всему нашему коллективу очень приятно выступать, работать для ветеранов, для наших героев Великой Отечественной войны. Мы с удовольствием. Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю, военный оркестр Главного управления исполнит программу, порадует нашего ветерана и поздравит с наступающим праздником, с Днем Победы. Фронтовика сердечно поздравил с юбилеем Победы начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майор Георгий Медоев. Низкий вам поклон. Спасибо вам большое за все. Здоровья вам, здоровья и здоровья. Спасибо. Спасибо. Во дворе дома, где проживает ветеран, военные музыканты Росгвардии выступили с концертом. С импровизированной сцены прозвучали музыкальные композиции военных лет. Знаменитые песни от героев былых времен «Катюша», «День Победы», «Смуглянка» исполнил солист военного оркестра. Это День Победы! Ветеран был очень растроган душевным исполнением песен, которые для него очень много значат. Я тронут этой заботой, этим ребятам, которые приехали, музыканты, военные. Я очень рад. Спасибо им. Василий Васильевич Вертель поздравил всех с самым любимым, поистине народным праздником – Днем Победы. Я хочу от себя лично и от ветеранов войны поблагодарить наших защитников военной службы. Это наша любовь, это наша защита, это наша гордость. Они стоят на охране нашего государства, нашего народа. Они стояли, стоят и будут стоять. Это наша прекрасная молодежь в военной форме. А всем гражданам нашего района, города и всем ветеранам труда, военнослужащим, ветеранам войны желаю счастья крепкого в связи с праздником 75-й годовщины нашей Победы. Кульминацией выступления военного оркестра Кубанской Росгвардии стало прохождение торжественным маршем под звуки нестареющей мелодии Василия Агапкина «Прощание славянки». После завершения концерта председатель Совета ветеранов войны и труда Славянского района Вячеслав Салмин от всей души поздравил славянцев с Днем Победы. Мы помним, гордимся и чтим их подвиги, то, что они свершили для нашей страны. И так хочется, чтобы они еще жили, жили, жили и передавали нашим потомкам тот подвиг, который они совершили. А мы будем передавать в дальнейшем, чтобы память о той войне, на которой они воевали, всегда осталась в наших сердцах.
Сколько бы лет ни прошло, все мы испытываем чувство глубокой благодарности к солдатам Победы за их мужество и героизм, стойкость и самоотверженность, и присоединяемся к пожеланиям крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».